Ну что же, ребята, и теперь мы возвращаемся на Asus, Asus Summer, летний Asus 2011 года. Второй групповой этап, группа А. И первый матч этой группы — Virus, Франция против Max 1 или TR. Ну, будет очень интересно. Best of 2 и первая игра за Сентов начинает команда Virus. Сокс на пике против ПГГ. В бане мы видим, что Амнинайт, Демон Хантер, Вивер, Дум и Виномансер. Ну, ПГГ забанил у нас Инвокера, Лича, Фуриона, Обсидиан Дестройера и Спектрум. Ну и пики, Operation Shaker, Clockwork, CMK — это команда Virus. И Виндранер, Винга, Брудмазер или Контроп. ПГГ. Разор, ласт пик у команды Virus. И чем ответит команда ТР? Ну, вариантов как бы масса. Ну, я, в принципе, масса тут тяжело сказать. Все может быть. Восемьдесят секунд осталось у ПГГ, думает он. Тем временем тут Нексты уже на базе дерутся у команды Оси. Тяжело там Оси. Берсуты, напомню, еще раз стримит этот матч. И Оси как-то там отбиваются. Ну и ПГГ, последний пик — это Пак. Пик, последний пик — это Пак. Ну и поехали. На Разоре будет играть Псевдо, на Шейкере 769, на ЦМочке у нас Ладе Тепеш, Малде Джамбес, на Operation и Сокс на Клокверке у команды ТР. ПГГ на Виндранер, Джерри играет на Ликантропе, Пак, Флай в миде и Бруда, Бист, конечно же, Бист. Ну и остается у нас один герой, это Винга. На Винге играет Драк 13. Или просто 13-й, как кому удобнее, не знаю, как в Докторе Хаусе, да? 13-я или 13. Следим, куда летит Рокет. С подключением, товарищ, который спрашивает, мы не участвуем? С подключением. Ой-ой-ой, вы смотрите, ловят уже ПГГ, начинает его бить. Стан прилетел, закрывает СМ-ку, здесь же Разор. Ну, спокойно, конечно, ПГГ не убить. У него, конечно же, есть Виндран на первом левеле, но начало довольно такое веселое. Очень даже веселое. Драк 13 будет наверху помогать ПГГ. Ну и, конечно же, будут Волки вместе с Ликантропом. Ну, стоит на базе, что ему там бегать, все равно до 30 секунд делать нечего. Ну, против триплы в сложный Разор, СМ-ка, Шейкер. В принципе, трипла Вирусова очень-очень даже неплохая, я бы сказал. Малде Джамбес, Мия против Пака. Ну, посмотрим, как Флот стоит против МДЖ. Сокс будет стоять против Бруды, Биста. Ну, посмотрим, как Бист будет работать. Мальдер Джамбес, видите, сразу начинает набрегать флая, чтобы он тут особо не расслаблялся и более-менее чувствовал... Ой-ой-ой, закрыли ПГГ! О боже, неужели это ФБ на ПГГ? Уходит Вова, заканчивается Виндран, одна тычка, отбивается, браво, ПГГшка! Жить! Не будет сегодня ФБ на ПГГ. Но было близко. Ну, вот регена практически не осталось, видите, напрягает здесь Виндранер. Второй левел есть уже у Вовы, сейчас по таурам более-менее он попытается еще подприфармить
принести себе регена немножечко, потому что тяжело, конечно, стоять, эти парни будут напрягать, Шейкер может очередной раз закрыть, у него уже есть мана, и вот пошел искать, смотрите, Джерри, Шейкер с ЦМ-кой, и находят Джерри, только не очень удачный момент, отбегает уже Джерри, если бы его нашли здесь, просто закрывается Джерри, ЦМ-ка дает туда новую, и огромные проблемы у Ликантропа, но уходит Джерри вовремя, уходит очень далеко, регенит немножечко ману и пойдет, наверное, в чужой лес, что ли, да, скорее всего, пойдет в чужой лес. Давайте глянем, что внизу. 6-0 здесь у Клокверка, 5-2 у Беста, в принципе, ровненько стоят. ПГГшка у нас 5-3. Разор 2-2, ого! 5-4 ПГ, разор 2-2. Разор, которому помогали, по левелу-то он отстает, потому что ПГГ уже 3,5, разор только 2,5, и вот это хорошо для ТР. Ну и побежал Шейкер у нас наверх обратно, ЦМ-ка вместе с ним, пока первая их попытка куда-то сбегать абсолютно ничем не увенчалась. Джерри, ну правда, Джерри, конечно, прогнали в чужой лес, и это уже плюс. ПГГ, вот есть ЦМ-очка, дает новую, Вова спокойно отходит, не кипишует, не юзает виндран, спокойно стоит себе за крипами, ближе вот здесь, где его Шейкер не сможет отрезать. Ну, никуда не спешит. Довольно размеренно и спокойно играет команда ТР в начале. Но вируса, в принципе, тоже. Все-таки это уже второй групповой турнир. Это уже очень-очень-очень даже интересно. Боже, вирусу-то зачем-то юзает аудиорепитер. Зачем он это делает, я не понимаю. Если Экспирит это делает вместо него. Вернулся Каспер на закомментаторский пульт. Это значит, что буквально сейчас начнется у нас игра NE Pentia против Na'Vi. Да, я вижу, уже там игра пошла, уже пошла игра NE Pentia Na'Vi. И сейчас Каспер уже, вот, уже мы видим монитор Каспера. Ну и тем временем команда Оси проигрывает первый матч у команды Next. Казахстанская команда Next 1-0 повела в серии против Оси. Казахи пока сдают. Так, зацепили Шейкера, Шейкер отстанивается. ПГГ очень лоу, и ФБ на ПГГ. Винга зажалась, Драк пытается уйти, дает стан в разор, а ЦМ-ка и даблкил Влада Тепеш на ЦМ-ке. Да, вируса начинает очень-очень прикольно, конечно. 2-0, то, что 2 килла взяла ЦМ-ка, это, конечно, до попы вообще. Купит себе тапок, наверное, да, купит себе тапок, может быть, там, вардов каких-то. Но ФБ на ПГГ и экспа, который заработал разор, это, конечно, довольно важные вещи. 9-9 на данный момент. Стату псевдо у Разора. Не забрал ни одного килла внизу. Внизу Клокерку нужно быть осторожным. А, здесь был контроп. Нет, нечего быть осторожным. Джерри пока, в принципе, ничего не нафармил. Бегает он по разным лесам. Не дают ему на месте просто тусоваться. Так, тут, видите, флайет. Покоцали еще ЦМ-ка. Да снова, наверное. Или нет, нет, не дала, не дала. Спокойно дали уйти флаю. Флай улетает на нижнюю руну. И на нижней руне он что-то да найдет. Да, это ДД. ДД зря отдали, можно было попытаться как-то словить, и чтобы Парэйшн пошел ее взял, отдали ДД флаю, возвращается он сейчас на лайн с фулл маной, более-менее нормально. Клокверк. Клокверк 0-0, 22 на 1 крипстат, у Бурды 4 на 4. Вируса, вируса действительно начали намного-намного лучше. В миде у Пака 14 на 6, а Парэйшн у нас пошел домой 13 на 5, но у мидя нормально отстоял флай, выиграл, считай, линию за контрил руну на 4-й минуте. То есть более-менее все хорошо. Ну, наверху вы понимаете, умер ПГГ, умер Драк. ЦМ-ка взяла 2 килла, Разол взял кучу экспы, Шейкер тоже 3-й левел. Ну, ПГГ уже 4-й, есть банка, есть мантия и 3 ветки. Ну, а так больше, в принципе, нет ничего. Да, Na'Vi Фурионом не Найт начинает. Там все очень серьезно. Versus NE Pentia. 6-й левел уже у нас Клокверк, 6-й левел также Бруда, у Клокверка 26 на 2, у Бруды 19 на 4, то есть сок стоит чуть-чуть получше, так, наш большой французский друг немножечко лучше у него получается, чем это получается у Бруды, у Беста. Так, в миде что, залетает Пакс, ДД стоит ультимейт, убивает Малдеджамбеса! Но колдснэп, еще тычка, Шейкер, стан, разменивает его Шейкер, сейчас становится 1-1. Ну и общий счет 3-1 матча. Вируса, опять-таки,
Что нужно делать? ПГГ, я думаю, все мы хорошо знаем. ПГГ нужно просто собираться с мыслями. И, ну, как бы команде целой не тупить. Ну, у Вовы все нормально, пятый левел. Он после того, как потерял ФБ, в принципе, особо на него и не нападали. Но куда он бежит? Зачем он бежит домой? Ну да, лоума на лоу ХП, в принципе, толку и куру юзать абсолютно никакого. Оставляет драга, чтобы он немножечко получил экспы. Ну, драг, видите, третий левел. Фулл саппорт. Здесь Разор, он никак не мешает. Разор уже почти с ПТ, есть базилка. Крипстат 17 на 10, ну и более-менее. Сокс 33 на 2. Бруда 27 на 5. Парейши 0-1. 16 на 6 крипстат. Ну и флоу в миде. Флоу в миде 1-1, 25 на 9. Так, ну, где ждать основного экшена? Пока, по-моему, нигде. Вы знаете, у одной и второй команды такие пики, что пока вообще ждать экшена тут не стоит. Стоит ждать экшена, кстати, наверху, потому что ПГГ может немножечко ломануться, а там ему объяснят, что так делать не надо. Там может быть битва-драка довольно интересная. Боже, что пикает Нави? Это Амьенайт, Чен и Фурион. И Виндранер. Там очень весело все у Каспера. Так, побежали. Неужели в мид? Или искать Джерри? Втроем. Искать Джерри. Пес не увидит их. Спалился. Спалился зачем-то Разор. Ха. Лол, зачем? Зачем здесь псевдо спалился? ПГГ 20 на 15. Тем временем Кристат. Пока вот эта вся бригада пыталась куда-то забежать. И у них ничего не получилось. Ну, конечно же, никто не выйдет. Никто не вылезет. Вообще, вот закрывают. ПГГ, колба. Виндран еще есть. Спокойно, спокойно, спокойно. Тут так легко не убить. Еще прошивает пауэршотом ПГГ. Залетает сюда ульта Парейшина. На случай, если пойдут сильно далеко убивать французы. Там помогал молодой Джамбес. Не получилось. Счет 3-1. Парейшин в миде 25-7. Езин виз. Пак на хосте полетел наверх. Ну, здесь есть вижен отличный у французов. Поэтому не ведутся они особо на все это. Спокойно отходят. Ну и возвращается флай в мид. Понимает он, что вообще нету смысла туда лететь, если они знают, что ты там будешь, никто не даст. Вот мешает ему жить молодой Джамбес, в принципе, довольно плотно. Полетел ульт наверх. Полетел ульт наверх. Это убирает, и смотрите, и ПГГ. Куда пошел ПГГ? Отбегает он от ульта, включает виндран. Отлично, он отбежал от ульта и сделал все очень четко. Но умер драк. Тут волк прибежал. Шейкер, тэп аут. Ой-ой-ой, зацепили здесь Джерри. Разор тоже уходит. Блин, Джерри мог, в принципе, цепануть, но стан от Сэмки. Пак здесь, стоит ультимейт. Сэмка сейчас умрет, дает нову. Сэмка живет, убивает флая. Ой-ой-ой, Сокс, как вовремя. Как же вируса разводят так команду ТР. Ого. Фантастика. Пять один на 10-й минуте игры у нас. Да, неприятно. Сделаем мы сейв. Тем временем на стриме Версуты Оси против Next. Сейчас стартует второй матч. Напомню, первый выиграли казахи Next. На стриме Каспера началась игра Na'Vi против NE Pentia. И 13-я минута игры. Счет 8-8 в игре между Game Zone и Tenax. На стриме Матрикса. Все 4 стрима на Кибер Арена ТВ, а также на Продота ТВ. Эксклюзивно только у нас абсолютно все матчи этого Асуса. Комментируем мы. Впервые в истории такая ситуация, так что круто. Шейкера здесь, ой, эти, спалили паучата вот эти, которые фармят. Надо их поубивать. Нова от Семочки, Шейкер станом всю эту капусту себе. Голды за них более-менее нормально дают, чего бы нет. Клокер 51 на 2, у Беста 54 на 7. Персеверанс. Так что здесь Разор получает стан от Винги. Бежит здесь Джерри. Нет, все спокойно. Он вызывает волков, отправляет их, но спокойно уходит себе псевдо. Не обращая на это внимания, у него базилка и ПТ.
в миде. Пака. Пак дает сайлент. Шейкер его перекрывает. И ульта парышна. Куда? Не точно. Не точно. Ушел здесь флай. Ушел флай и ушел довольно хорошо, довольно по-умному. Возвращается Сокс у нас на лайн свой. Стоять против Бруды, который левел 9. Клоквер тоже 9. Клокверка есть уже. Аркан Буцы, есть Базила. Ну, тут мы видели ПТ, 1000 голды и перса. Более-менее нормально. Не знаю, что за план у Биста. Почему именно перса. Пак. Едва живой. Operation плюха. Боже, флай. Умирает на ровном месте. Флай. Молодежамбес делает килл. Но здесь ВРК и волки. Молодежамбес. Нет, не связали. Должен жить. Да, выживает он здесь. Клокверк. Все, нормально. Выжили. Куда ты прыгаешь? Нормально выжили здесь ребята. Хорошо. Ну, вон, у Версута вижу. Что-то Next не заходит во вторую игру. У них уже вторая. Первую уже закончили. Во вторую что-то их... Ну, а оси все сидят, а Next не сидят. Ну, там же Best of 2, я имею в виду, одна игра. Во вторую партию. Так, наверху что-то интересное. Шейкер закрыл ценку. Здесь грыжут, скорее всего, собаки. Должен стопить их Шейкер. И стопит же, вы посмотрите, как Шейкер выстапливает этих собак. Нет, успеют. Стан, да ладно, и спасается ЦМ-ка. Нову нужно туда дать. И не убивает Джерри. Тем временем Малдеджамбес убивает Дреда. О, убивает, говорит, Дреда, Драга. Ого, как же вирусан-то прет. А ПГГ не прощает. Киллинг спри Влада Тепеша. Сбивает ПГГ, прошивая его на удачу. Сюда безвижена. Забирает ПГГшка килл. Первый и 1-1. Внизу. Clockwork Goblin. 10 левел. Начинает его тут покусывать немножечко Бруда. Ну, Clockwork, в принципе, тоже не лоу хп какой-то герой. Это 1000 хп. И убить это тело очень-очень даже тяжело, я бы сказал. Джерри. Есть Владимирс. Сейчас как-то желательно было бы под смоком зайти сюда, убить Рошана. Было бы очень даже неплохо. Да. На продоте расписание здесь. В втором туре Навис ТР. Да, НЕ Пенти. Так, отвлекся немножко от игры, смотрим дальше. Джамбес уже 10 левел, есть став 2-1. Magic Battle 420 голды. Ну, в принципе, очень даже неплохо. В то время как Пак, который где-то пошел гулять, левел 9, 1-3. Ну, вот сейчас взял хасту. Можно с хастой пытаться что-то придумать вот здесь. Пак летит сюда. Мы видим. Оси играют против Next. 0-1 уже летят. И будет врыв. Да, врыв. Пак, смотри, врывает, ставит ультимейт на Разора. А здесь уже есть хелпа. Это Clockwork. Пак пытается уйти. Ульта порешена. Сразу моментально Пак на хосте ловит ульт. И отъезжает. Флай. Хорошо, ПГ связок. Clockwork прыгает на ПГГ. Закрывает его. Здесь же Разор. Разора прошивает. Разор может умереть. Разор уходит на лоу хп. Ловит ПГГ. Пытается уйти. И Шейкер забирает килл. И тут ничего не могут сделать вообще ТР. 9-2 счет. Команда Вариус пока не прощает. Не прощает, ребят. Да. 15 минут игры. Счет 9-2. Команда Вариус пока дает жару. Ну, Бист. Биста пока оставили. Он пытается немножечко подпушить линию и забрать это Тавры. Он его, скорее всего, заберет. Что бежит сюда Разор. Разор имеет щиток, имеет Ring of Health, имеет ПТ. Ну и Базилка. Летит ульта Парэшна вниз. Такой жесткий. Айсбласт. Сюда. Не долетел. Да ладно. Clockwork прыгает на Бруду. Закрывает ее здесь Разор. И Бист умирает. Ох, как хорошо играют эти французы. И Denied Tower. Боже. Французы разыгрались. Французы разыгрались и не оставляют пока шансов команде ТР. Ни любви, ни тоски, ни жалости, как говорят. Ой-ой-ой-ой-ой. А тут собаки-то под медалечкой, а? По 110. Малдеджамбесу. Рошана. Но... Нет, не Рошана. А вот зря, Джерри, зря. Надо было сейчас Рошана. Сейчас надо было Рошана, потому что
как бы Разор бы, ну, наверное, продолжал бы пушить линию, но в миде, в принципе, много, могли быть проблемы. Да, и Апарельс, который может выцепить. Нави тем временем 3-0 ведут у НЕ, там веселуха такая, что ого-го. Там играется Нави Стратеджи, как говорит наш эстонский друг Папи. Нави Стратеджи, not boring Dota, not boring Dota. Кунка у НЕ? Ого. Смотрим здесь. Смотрите, вгрызается в Разора. Разор ТП-аут. Не успевает. Я думал, успеет ТП-аут сделать. Это было бы просто чудо. Прибежал здесь Джерри, бросил медальку. Сгрызли все-таки Разора. 10-3. Третий килл заработала команда ТР. Так, здесь что? Здесь Пак, ЦМК, Колбу его бросает. Пак есть ПТ, есть Реген в банке. Тут Клокверк уже. Клокверк левел 1 с Вангвард. 1000 голды, Ring of Hells, Ring of Basilius, извините, Ракан Буцы. Отлично, ульта Парейшина летит четко в точку, просто четко в точку ульта Парейшина летит, ребят. Тут же и Винга, и Вируса будут драться, у них есть Клокверк. Они будут грызть еще секунд 15, Шейкер уже здесь, с Аркан Буцами. Зачем оставили Беста, зачем оставили Беста, ой лол. Пытаются развести Теры. Клокверк прыгает на ПГГ. Не на Беста, минус ПГГ, здесь Пак врывается, дает сайленс на Шейкера, Шейкер отходит. Малды Джампес, лоу хп, Бруда грызет здесь Клокверка. Нова, Бруда, Бруда пытается грызть стан в Малды Джампеса, Малды Джампес умирает, Клокверк пытается уйти. Стан от Шейкера, Пак не прыгает, Бруда очень лоу, размен один в один. Ой-ой-ой, как же встрял Биз, Дред тем временем убил. 169-го здесь Рокет прилетает, Пак. Разор, только оживили Разора, грубо говоря. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие драки-то были. Какие драки. 12-5. Нави тем временем на 7-й минуте несут базу команде НЕ. И счет 8-1 в ихнюю пользу. Фейзы Хедреского ПГГ, Разор, Вангард, ПТ, Базила. Ну, ЦМК, понятное дело, ничего, хотя Брасер Тапок есть, 900 хп, считай, более-менее. Клокверк, 1800, очень много. Винга, Тапок, больше ничего. Бруда, так, здесь что, медалька, ПТ, Владимирс, нормально. Пак, ПТ Банка. Батл Фури, Брудмазер, ну, Бист, я не знаю. Battle Fury на Брудмазер, это, по-моему, не самый лучший. Ой-ой-ой-ой, как там все на торрент попали у команды Нави-то, а и никто не умер. Такой момент интересный там был. Что же, в миде, вы видите, решили Вируса пытаться забрать. Тауэр минус драг где-то. Сокс его поймал. Вот здесь поймал его Сокс. Ого, и тут дефить уже нету смысла, потому что в итоге 2 в 4 расклад. Прилетает Рокет, ПГГ, пытается пауэршотом немножко отбиться. Разор уже вытанкует, Вангвард уже есть, Клокверк пошел искать. Пошел искать уже жертву, кого бы впрыгнуть. Вангвард, кольцо, и видите, худ скоро будет. Очередной тауэр падает, уже второй тауэр. Здесь, в принципе, ТР убили тоже 2 тауэра. Но счет-то 13-5, Бруда. Battle Fury, ну зачем, зачем, Биз, зачем? Дело совсем не в этом, пишет Сиэль. Вирус это команда, а ТР нет. Полностью с тобой согласен. Полностью и абсолютно с тобой согласен. Выиграть у команды таким миксом, собранным специально для АСА, нереально. Так, очередная попытка убить Рошана. Вирус это законтролят, они это видят. Они это видят. И Клокверка тоже видят здесь. Или не видят. По-моему, нет. Прилетает Рокет. Все. Бис спалился. Так, Пак не будет прыгать, я надеюсь, на Малд Джамбеса. Ну, если бы прыгнул, там умер. Палка-толкалка имеется у Малды Джамба. Ну, и все вируса здесь. Ну, вот тайминг. Да или нет? ПГГ закрывает с собой. Прыжок. Прыгает Клокверк. Ульта повешена. Сюда нужно врываться. Сейчас вирусам. Разор врывается. Рошан очень лоу, ой-ой-ой, минус Влада Тепеш, минус ПГГ, но есть Рошан, минус Флай, минус Драк, тут грызет, Шейкера выталкивают, и стопят псы, вы посмотрите на это,
Шейкер ультует, пес, боже, что происходит, как они его убили, как они отстопили. Шейкер, стан, зарана, еще раз ловят этого Апарешна, здесь ПГГ уже жил, не Апарешна, а Ликантропа. Что творят французы сегодня, это просто невероятно. Толкает сюда Клокверка. Клокер, скоро от кулдауниса уже ульт. Вау. Вируса действительно просто шикарно играет в этой игре. Прыгает на ПГГ. Опять Сокс, но он ПГГ включил виндран и бежать. Вот-вот, то, что я говорил. Тимплей, лан, нулевой дилей. Моментально Кок тут же, в секунду туда прилетает ульт Апарейшена. Сразу. Это команда, которая практически не общается, которая видит все. Они просто смотрят, они видят игру настолько... О боже, там запакованная кура у них, есть худ. Они чувствуют друг друга просто с полуслова. И у этих парней действительно огромные шансы на то, чтобы показать шикарный результат на этом массе. Если честно, вы знаете, я за них болею. В прошлый раз они приехали, не заняли 4-е место. Расстроились так и приехали еще раз. И вот приятные ребята, и хотелось бы, чтобы они дошли хотя бы до финала. И опять-таки, из-за того, что в прошлый раз приехали они, на этот раз у нас уже приехали 3 европейских команды. Я уверен, что на следующий раз приедет уже, наверное, 5 или 6 европейских команд. Ну, собственно, болею я за этих парней. Бист. Тут нет просветки. Есть, есть просветка! Но ушел слишком далеко Бист, уже не поймать. Тауэр будет забирать вируса, они здесь вчетвером. Разор, Огаракс, Belt of Giant Strange начинает с Саши. Как там Оси? Оси и Next пикают во второй игре. Команда Na'Vi тем временем там очень жестоко насилует ребят из NE. Там 11-2 счет. Дэнди на Пудже, кстати, играет. Разор здесь наверху включает ультимейт. Побежал, зацепили Драга. У Драга огромные проблемы. Пытается уйти, юзает стик. Стан у него есть. Просто делает ТП-аут. Шейкер далеко, Клокверк прыгает. До свидания. Псевдо, киллинг спри. 17-6 на 24-й минуте. Но у ТР есть волки Бруда. Посмотрим, как будут вируса справляться Клокверком и Разором с этой всей хиней. Разор что-то себе несет. Да, рецепт на Сэндж. У Разора. Ну, в принципе, неплохо. Вангвард, ПТ, Базила и Сэндж на 23-й минуте. Очень даже хорошо, учитывая, что он, ну, один раз умирал там в начале, вы помните, так, в миде, Бруда. Но вот решение брать Battle Fury до сих пор мне очень не нравится. По-моему, оно неправильно. Но это, конечно, лично мое мнение. Как отлично здесь Клокверк проявил чудеса мапхака и ракетой. Прямо в волка, который фармил лес. Украл еще одного лесного крипа. Так, здесь Разор фармит леса. Левел уже 13. Шейкер в миде 10. 1400 у Шейкера скоро будет дагер. Парэшн палка-толкалка 800 голды. Клокверк купил себе поинт-бустер уже после всего этого. Боже, какой же он толстый уже этот Клокверк. Ну, глянем, что у ТР. Здесь 1100, до БКБ еще далеко. Пак, есть дагер, хорошо. Винга, ничего. А, здесь 2600, более-менее. Ну и ПГГ. ПГГ мы видим 1000 голды. Хедрес, фейзы, 0 талисман. Вируса будут забирать тир 2 тавер по миду. ТР будут отдавать. Будут отдавать. Будет пушить линию. Здесь Бурда внизу ПГГ. Спокойно его дадут. Но вируса могут пойти дальше. ТПшечки там, там хоть есть. 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 Пойдут ли на тир 2 вируса? Нет, боятся. Полетят. Есть. Летит Разор. Летит Разор сразу сюда отпугать ПГГ. В итоге ни один тавер не отдали. И сюда тоже летит. Разменяли тир 2 тавер ни на что. Ни на что разменяли просто ТР и просто дали больше фарма. Сюда нужен шейкер. Давай, станчики. Вот это вся капусточка идет сюда. 1900 у шейкера. Да. Да, Дэнди там чудеса творит. Ему там сбили только что Unstoppable. Убили еще Redstyle. Счет там 14-6. Ну и там беда у команды NE. Они не знают, что делать с наступающими по всем фронтам Na'Vi. Но зато я знаю, что сделать в этой игре. Нужно сделать... Сейф. Т.
13-24, это ведут казахи, да? Да, это ведут казахи. Казахи пока на двоих не проиграли ни одной игры на Асусе. Теоретически возможно, что они вообще в финале встретятся. Волк зачем-то бегает в ульте. Ну и опять задумали что-то французы. Нет, понимает это Бист, понимает это Флай, они отходят. В спину только два волка. А, это две иллюзии. Короче, по 159 дамажит. Изничтожает их вируса, но то, что у Шейкера есть дагер, не спалил. Дагер только принесла кура. Не знают Эр, что у Шейкера есть дагер. Нави тем временем снести уже одну сторону команде НЕ Пентия. Дэнди продолжает тут вытягивать всех, кого только можно. Это, напомню, параллельная игра НЕ против Нави. Ну и Тенак, скорее всего, выигрывает свой первый матч в серии. Ой-ой-ой, Пак прыгает на Шейкера. Связывает его. Отлично здесь вместе с ПГГ. ПГ забирает килл. Внизу вцепился Разор. Ой-ой-ой. Не, ну тут есть ульт. Но Разор-то накачал. Плюс 129. Волку оставил сколько там. 60 дэмэджа. Это уже восстановилось немножко. Есть БКБ у волка. Ну, Пак ничего нового по-прежнему. Квотерстав купил себе ПГГ. Зачем-то. Ну и 1500 голды уже у Клокверка имеется. Очень много, я бы сказал. Джерри. 707 голды. У Джерри, кстати, 0-0 на волке. 0-0. 30-я минута игры. Ну и вообще игра, вы знаете, не совсем такая, я бы сказал, движняковая, потому что... 29-я минута идет, счет всего 17-7, то есть в сумме всего 24 килла на двоих набрали эти две команды. Клокверк закрывает ПГГ, включает Assault Battery, просто в соло убивает Володю, Unstoppable. Да, проблемы. Бруда здесь гуляет. Нужно и быть очень осторожной. Что типы могут быть с просветками. Кто-то, да, точно есть. Варды есть. Сентри варды есть. И у Operation, и у CM-ки. Шейкер, Дагер. Бруда пытается отсюда убегать. Тусуется непонятно, где Винга. Ставит варды. Сложную линию пытается отпушить Джерри. Взять 16 левел. Ну и Пак в лесах. Терри зажались. Очень сильно зажались. Псевдо убивает Драга. Ой-ой-ой. Но это будет попытка забрать вот этот тауэр сейчас. 19-7. 30 минут игры ровно за нами. Два-два у Биста. БКБ, 680 голды и Батлфури. Не самый лучший, конечно же, айтем билд, я бы сказал. Буду дефить Терри. Буду дефить. Шейкер готов. Клоквер должен войти прямо сейчас. Ракета. Видит ПГГ. Бегают здесь собаки. Связывает ПГГ, разорает ЦМ-ку. Рядом волки, грызут Шейкера. Пак прыгает. Попадает в стан. Бруда начинает грызть Шейкера. Шейкер в сайленсе.
Успевает ультануть все-таки Шейкер перед смертью. Умирает тут же. Бруда начинает грызть Разора. Высасывает у него весь дэмэдж. Клокер закрывает. Всех своих отрезает. Здесь Бруда едва живая ее отталкивает. Пак тоже умирает. Минус Бруда. Викед Сик уже у псевдо. Здесь Волк пытается грызть. Грызает Малда Джамбеса. Его свапает еще Драк. Спасает. Сам умирает. Псевдо. Сделает этот килл. 2 в 2. 2 в 2. Нормально подрались, как для ТР. Учитывая, что они очень сильно проигрывают по всему на данный момент. Пак не влетел. Ну, двух главных героев не убили. Потеряли Бруду. Потеряли Бруду. И хорошо, что Драк суициднулся за счет Ликантропа. Нави тем временем сносит уже базу НЕ. Там первая игра заканчивается. 5 минут в игре номер 2 между Оси и Next. И Tenax против ГЗ. Идет 35 минута первой игры. Там у ГЗ огромные проблемы, я бы сказал. Шейкер там что-то врывается, прыгает. Но опять-таки комментирует ту игру для вас. Комментирует эту игру для вас Матрикс на данный момент. Ну вот, вижу, Тенексы там уже разбивают. ГЗ в первом матче. Так, Иллюзия здесь встречается с Флоу. Верка левел 14. Палка-толкалка, хедрес, фейзы. Ну, здесь мы видим, что будет делать, наверное, себе все-таки дезолятор. Здесь тоже палка-толкалка, но пайп бы не помешал очень даже сильно ребятам из Вариус. Сэнджин Яша у Разора. Доминатор Сэнджин Яш. Серьезно. Билд такой. Шейкер мы видели уже. Даггер. В прошлый раз ему, конечно же, не дали прыгнуть. Разор входит сильно далеко. Нужно быть осторожным ему тут. Ну, наверху это иллюзии. Клокер какие-то выпуливают лайны, выпуливают крипов. За счет этого линия в сторону команды ТР немножко подпушивается. Че в миде? Должно что-то продойти. Нави тем временем на 23-й минуте сносят трон команде НЕ и выигрывают первый матч серии. 22 минуты 59 секунд Нави выигрывают первый матч серии. И там, ребят, ждет вторая игра. НЕ очень-очень сильно получили сейчас от Нави. Вируса, пятеро в миде. Неужели будет врыв? Неужели будет рыв? Врыв должен быть. Наверху Бруда продолжает фармить. Там 9-секундная БКБ 1100. Нет, решили все-таки забрать тир 2 тауэр на этой линии. А реген для кого валяется? Парыш нультанул просто себе наверх. Реген так и остался валяться. Кому-то подарят. Тут ПГГ за ними бежит как раз. Французы, не, ПГГ будет забегать в спину сейчас. ПГГ будет забегать в спину. Я возьму сначала реген в банку, отлично. 5 французов мимо прошли, ПГГ забрал. А что там? Тавр очень быстро падает. Ну и надо идти, надо идти. Клокверк вошел на Пака, Пак выталкивает себя. Нужно уходить здесь Клокверку, да. Что он очень много дэмджа получил. Бруда! Волк вгрызается сюда в Разора. Станет Шейкер отличный. Верка выталкивает себя по культ. Толкает также Разора. Здесь Бруда. БКБ грызет. Здесь малый джампеса. Шейкер ультует. У Бруды сейчас закончится БКБ. Сгрызает Шейкера. Вы смотрите. Минус Шейкер, минус псевдо. Ой-ой-ой. ЦМ-ка. ЦМ-ка уходит тоже едва живая. Разор выкупается. Клокверк зажался. Минус 3 делает команда ТР. Ну и Малда Джамбес с базы ТП аут. Найс. ЦМ-ка должна уходить, в принципе. Быстренько Рошана. Разор живой. Фармит мида. Парейшн идет сюда. Понимает, что Рошан. Его нельзя отдавать. Ну хотя, в принципе, тут без вариантов. Счет 21-12. И тут, по сути, без вариантов.
Тем временем в параллельной игре 38 минут 14 секунд хватило команде Tenax, чтобы выиграть первый матч у команды ГЗ. Итак, Навинья 1-0, Tenax ГЗ 1-0 и Next против Оси 1-0. Это первые матчи второго группового турнира. Сейчас уже идут вторые матчи. Смотрите. Пак, дайгер, палка, толкалка, батл, бонд, пауэр триц. Бруда 3-3. Джерри 2-0. Ну вот, французы очень хорошо начали, а сейчас что-то непонятно, что у них происходит вообще. Как-то подрасслабились очень сильно. Я бы даже сказал, нереально сильно. Не могут собрать чехлы, что ли. Fly в инвизе. Fly в инвизе. Шейкера не убьет. Но сейчас может устроить отличную драку. Того же Малда Джамбеса можно. Ой, далеко зашел Малда Джамбес. ПГ тоже далеко, в принципе, не будет Fly рисковать. Внизу Бист. 3-3 стат. Орать не будут. Продолжаем смотреть за игрой. Ну и идет уже 40-я минута. Боятся обе команды. Здесь вы видите, что Джерри... У Джерри, в принципе, пока он уже отлично. То есть Дезолятор, Владимир с БКБ, Медальон, ПТ. Встреча с Клокверком. Ну и что? А в инвизе он, боже. Я не затыкал этот момент, что он в инвизе. Ну и боится вылазить. Тоже боится вылазить. ЦМ-ка разор здесь. Ой-ой-ой, Бруда цепляется в Шейкера. Нужен стан. А, здесь нужно высасывать дэмэдж. Шейкер мансует, выхиливается. Просветка, нижний стан заканчивается. БКБ, Шейкер нужен стан, дает стан. Но, боже, минус Бруда. Волк пытается убегать и убегает. Как он ушел? Второй раз уже уходит Шейкер просто после такой вот фигни. Ух. Вот это да, наверху здесь разор. Цепился в ПГГ. ПГГ, конечно же, толкает себя на фейзах. На Виндране убегает спокойно. Здесь есть уже плейтмейл. 1100 голды. Вируса собрали здесь. Но, понятно, пуша не будет. Разор далеко. Также и Клокер. Клокер где-то гуляет. Понятно, что без него они не пойдут. Все-таки главный танк. По-прежнему пейнтбустер, худ, вангард, палка, толкал, каркан, бутсы. Здесь тоже ничего нового. Шейкер 870 голды. Зеленый посох. Зеленый посох у Малды Джамбеса. И есть ультимейт торп вместе с фейзами. Делаю я сейф. Сорок одна минута игры за нами. 41 минута. Кстати, самый долгий из первых матчей второго группового раунда.
Шестой тавр пытается убить сейчас вируса. Всего три убила команда ТР. 22-12, но волк уже очень хороший. Бист по-прежнему ничего. Battle Fury, БКБ. Будет попытка ворваться. Волки. Волки, конечно же, на шейкера. Нужно быстро их убить. ВР-ку толкает. Локер прыгает на ВР-ку. Свап тут же Разора. Да не надо было свапать Разора. Ой, да зачем же драк? Здесь шейкер все-таки ультует, умирает. Волк его сгрыз. Смотрите, минус Малды Джамбес и 769 в размен на одного драга. Здесь Клокверк едва живой. Волк. Волк, вы смотрите, все-таки умирает. И Разора тоже должны сгрызть. 3 в 1, Разор, ТПА. Вот нету. 4 в 1, трипл килл от Флая. Вот такое, ребят, вот такое. 23-16, это кумбэк. Это кумбэк. Так, я так... Вторая игра Tenax против ГЗ начнется вот сейчас, а Na'Vi против NE уже началась. Тир 2 Tower. Волк убивает вместе здесь со Флаем. Флай сделал трипл килл. Две 700 бист. Здесь наверху будет так немножко пропушивать линию. Ну и вот сейчас ТР должны почувствовать вот это вот чувство. Да, мы сильнее, да, все окей. Все классно, у нас сильный волк. У нас вот у ПГГ скоро будет чуть ли не хекс. Есть толкалки, есть сейвы. Вируса слабее. Есть три кирошан скоро будет, точнее. Тайминг у них четкий имеется. И нужно выигрывать игру. Нужно выигрывать игру. Куда бист тратит лаве, если честно, я не знаю. 3000 у него. Талисманов и вейжинг у Атерстаф уже есть. Пол баттерфляя. Как всегда лежат на базе. Вот это меня бесит. Веточку он носит, а вот талисманов и вейжинг лежит на базе. Отлично. Why Vilat is so soft? Where's heavy motion? Guys, I need to cast today, tomorrow and 7 next days at Gamescom. So I'm trying to be chill, not to have a problem with my voice next week. Потому что нужно мне экономить голос. Объяснялось сегодня утром это. Если я сегодня выкричусь, то, блин, ребят, на следующей неделе будет хриплая Dota 2. Конечно же, не хотелось бы этого. Сокс 7-2. 3-2 у Влада Тепеша. Малды Джамбес 2-4. Ульта Парэшна. Парэшн уже почти юзлес. Пролетает через Флая, у которого без хикстав. Два хикса будет делать Na'Vi, скорее всего. Здесь, да, два хикса будет делать Na'Vi. Не Na'Vi, говорю, не Na'Vi, а ТР, боже, Na'Vi. ДД нашел здесь Джерри. 45-я минута уже пошла. Флай. Вот, смотри, мой задрик. Первый полуфинал. Хорошо, справим. Зал, сцена. Зал, сцена. Справим. 10-13-19. Все игры крутые получится постримить. Конечно. Объяви об этом. Хорошо. Итак, ребят, есть у нас уже расписание завтрашний день. Итак, в 10:00 по Киеву, в 11 по Москве. Первый полуфинал по Доте. Будет играться он из зала. Дальше 13:00 по Киеву или 14:00 по Москве на сцене Киев Киберспорт Арены, второй полуфинал. Позже в 16:00 по Киеву или в 17:00 по Москве матч за третье место. И, наконец, в 19:00 по Киеву, в 20:00 по Москве завершающий аккорд Асуса. Гранд-финал по Доте на сцене Киев Киберспорт Арены. Конечно же, комментировать все это для вас буду я завтра. Киберарен ТВ, ProDot TV, заходите, смотрите, будет завтра весело. Но сегодня еще у нас много матчей. Очень много.
Баттерфляй имеется уже у Бестат. Третий Рошан появится вот сейчас. Знает четкий тайминг Джерри. Ему пишет, вот он появляется. И пошло. И пошло. Пошла атака. Но Вируса тут, понятно, ничего не сделает. Бруда должна быть сыром, а Ликантроп с Аегисом. Это же третий Рошан. Да, это же третий Рошан. Ульта прочно, поздно. Пак прыгает. Нормально. Ликантроп забирает Аегис. Сыр забирает ПГГ. А че ж не Бруда? Бруда-то пополезнее будет, чем ПГГ, по-моему. В драках. Как же они орут, эти Нави. Нави Counter-Strike начали играть четвертьфинал. Там просто бешеный ор. Нереально бешеный ор. Ликантроп 3-0. Бруда 3-4. 2-9. Драк 13-4-5 ПГГ. Ну и Вируса теперь уже закрыт на своей базе. Так же, как минут 20 назад были закрыты ТРы. И Вируса сейчас ждут атаки. Ждут атаки от французов. Ой-ой-ой. Арсал опять берет Фуриона Чена, но... Я думаю, те, кто хоть какой-то обращает внимание на пики, да, должны запомнить на следующий матч. Следующий матч ТР как раз против Нави. Должны запомнить, что... Фурион это должен быть просто мастбан. Ого, АНЕ пикает Бристлбека. Та ты шо. Это веселуха. 48-я минута пошла игра. Вируса ждут атаки от французов. Та-да. Вируса ждут атаки от русских. Ну и вот, вот это вот то, что боятся и одни, и вторые, это, конечно... Это, конечно, беда, но рано или поздно кто-то доворвется. И на этом, возможно, игра закончится. Возможно. Ну, ребят, следующий матч, конечно, на моем стриме, это надо видеть. Это надо видеть. Нави ТР. Угу. Это будет что-то. Ой-ой-ой-ой. Смоуки. Смоуки. Стан. Стан. Будут пытаться убить. Его нужно убивать два раза. Один раз быстро убили. Спеет ли второй или подтягивается уже ПКГ. Есть здесь уже Винга. Ой-ой-ой. Дэмж-то высасывается. Волк, Волк, ну мало дэмж, там 112, а у Разора очень много сейчас, 89 плюс 280. Сбили Эгис на ровном месте, привязка, никуда. Выживает, выживает вся команда. Вайрус, Разор имеет Кирасу. Кираса с Энджин Яша, Доминатор, Вангвард. Ну и как бы казалось бы, да, есть у нас Аегис, есть сыр, поехали нападать. Уже нет Аегиса. Уже нет Аегиса. Уже если будет быстро сбрит Банехалу, это 50-я минута. Он в таверне будет сидеть очень долго, поэтому не нужно рисковать. Нужно очень хорошо и спокойно как-то делать. Флай 4 на 5. У Флая есть уже Хекс. Где у нас ПГГшка? Где ПГГшка, я не понял. И ПГшка тоже хекс. Два хекса. Два хекса. Здесь, понятно, хексов нету. Здесь есть два зеленых посоха. Разор выставляется. Выставляется, ждет атаки на себя. И боятся, боятся, боятся Вируса выходить за тавр. Онлайн-то пушится в миде в ихнюю сторону и наверху в ихнюю сторону. Нужно быть осторожными. От этой драки может зависеть решение, исход целой игры. Тир 2 Тауэр. Последний в этой игре падает. Забирает его команда ТР. Или Макс Ван. Или Макси Бакс. Как вам удобнее. Итак. Будет ли врыв?
ждет Клоквер. Аганим. Цемка, барабаны, один заряд. Шейкер, даггер, зеленый посох. Прыгнуть, узнуть зеленый посох, убежать. Раздор, в принципе, готов вытанковать. Здесь тоже зеленый посох. И будет заходить Терри. Рокет прилетает, минус армор. Здесь стоит ловушечка. Будет ли заходить, бояться. Забегают собаки, надо поубивать крипов. Но слон Гринджи и вируса тоже очень неплохие. Все, зашли. Зашли, нет, 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 боится ПГГ. Разор просто спокойно всех крипов убивает. И так, с гаечным ключом уже не на 15, а на 19 готов Клоквер. Но врываться не будет вируса. Не будут. Ну вот эти вот постояшки. Вот видите, уже, правда, 200 хп тауру снесли, но стоят-то уже 2 минуты. Триста опять нафармила у нас Бруда. Мы видим у Волка тоже Кираса и 2000. БКБ Владимир с дезолятором, медальон ПТ. Пак, 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 200. Ох. Вируса пошли. Клокверк, Клокверк не точно. Ульта Парейшина, Клокверк. Извините. Боже, я... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут такую битву я пропустил, но Влад Тепеш делает даблкил. Его тут же убивает Драк. Выкупается у нас Бруда. Цепляет у нас ПГГшку. Что-то я закашлялся. Ужасно. Как будто что-то не туда попало. Флай убивает 169-го. Убивает Малда Джампеса. Делает даблкил. Там 2 бэкбэка. Это 3-0 будет минус Клокверк. Неужели триплкил? Нет, Клокверк себя вытолкал. Флай, ты что делаешь? Хекс. И ВР прошивает! Не дают взять в хосту! 4 в 0! 4 в 0! Ой-ой-ой-ой-ой! Да ты что, фантастика! Шикарная битва! Да, это минус мид. Это минус мид, скорее всего. Бруда, что ты купил? Здесь разор выталкивает его вперед. Не успеет у него вгрызаться ни один, ни второй кэрри-герой. Надо сносить сторону. Очень много времени. Ну, в принципе, еще 10 секунд у них есть, пока будет четверо. Но вряд ли что-то сделать вируса. Нужно сносить еще одну сторону. А может быть даже две. Разор здесь пытается что-то делать. Ульт закончился у нас. О, хорошо, вытолкали его. Пак! Оу! Хорош! Хорош, Флу! И выйдет, здесь цепляет Биста, прыгает Шейкер, ультует, убивает ПГГ. Бруда пытается убежать и убегает, в принципе, отсюда. Но ПГГ убили, а одну сторону, только одну сторону потеряли. Не больше. Ну что же, мида нету, 55-я минута. Пока у нас одна игра, Нави, блин, за это время успеет две закончить. Причем начали позже. Флай ставит паузу. Да, видите, жалуется ПГГ тоже на то, что закончилась у них водичка. Хочется пить. Очень много народу сегодня. Жарко на улице, вытяжка не справляется. Немножечко так душновато в киберарене, конечно. Хочется много пить. Бис, 3-5 по-прежнему. Даггер купил Бруде. Даггер. Ну, я не знаю, что должно случиться, чтобы вируса эту игру выиграли. По-моему, тут
вряд ли получится при любом раскладе. Разор, в принципе, ну не...